Всем привет! Сходил вот на почту, забрал очередной пакет. Какая-то здесь коробочка у нас. Давайте посмотрим, что там. И пришли у нас вот такие вот, как сказать, фары, не фары. В общем, габаритные огни. Заказывал это у меня друг, хочет на Ниву поставить, на бампер или там под бампер. Вот такие вот. Стоят, кстати, очень недорого. Пришли вот в такой коробочке. Все заклеено. Есть крепление, вот как раз на всякие места автомобиля. Так, сейчас проверим быстренько. Блок питания. Вот. Так, включаются они уже от 8 вольт. 12 даю, видите, блок питания как всегда проседает до 10. Вот такие лампочки пришли у нас сегодня. Ну и соответственно это тоже все рабочие, все светодиоды работают. Такой сегодня коротенький обзор. Ну, может, кому будет полезно, может кто-то. Потому что в магазинах они у нас стоят в 2-3 раза дороже. А смысл переплачивать, если можно заказать. Ссылочка будет внизу в описании. Если вам понравился этот коротенький обзор, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Бывает, что ссылки становятся нерабочие. Так как продавец закрывает страницу, вы пишите, я исправлю. Это несложно. Всем пока. Показывает он от 80 до 300 вольт. Сейчас я покажу вам, как он работает. Вот, давайте сейчас паять попробуем его. Блин, никогда не паял, но вот хочу попробовать. Сейчас измерю сопротивление резисторов. Поставлю.